Хотел крутануть камеру. Всем привет, с вами дядя Володя Страшный. И вот я на этой бричке забрел в такое живописное место, озеро. Озеро расположено на Митрофаново. Короче, через переезд и налево вдоль посадки до кладбища и напротив кладбища. Вообще тут, вон там плюхается, что-то плещется. Сейчас спустимся пониже, покажу вам. Специально для рыбаков. Я рыбак, я только рыболовку свою проверял, но прочикал свою рыболовку. Теперь у меня ностальгия рыбацкая такая. И вот идем к водной глади. Пруд довольно-таки большой такой. Вот там он начинается недалеко. Вот там начинается. А простирается он хер знает, вон туда куда-то. Короче, вот сейчас вам, если видно будет на глади водной, как там ходят круги такие. Сейчас. Ну, вон видно, да? Вот напротив пальца, видите, там такие вот. Только такие вот там. Вон. Ну, такие вот дела. Ну, короче, рыбаков немного, машины три. Мотоциклист. Человек на ТР. Вот так вот. Чуть я не утонул. Сука, из-за майского. Ладно. Валим. Валим. Пойду к Денису прокачусь. Не знаю, здесь я выйду или не выйду. Куда я выйду? Если вдоль поеду. Ну, возвращаться тоже неохота. Попробую вдоль проехать в ту сторону. Валя. Солнце уже садится. Красота. Но мы вот на этом бричке ехаем. Ну ладно. Всем спасибо. Всем пока. С вами был дядя Володя Страшный. И вот такой вот рыбацкий репортаж. Ни о чем. Пока-пока. О, курва! Всем привет, с вами дядя Володя Страшный и вот такие вот кеды. Кеды, это с войны еще. Это Nike этого времени. Это в фильме натуральное, даже подошва просвечивается. На пенке называется. Пенки дустовые. Пятки видны, да? Пятки видны. И носки вылазят, когда отстегивается вверх. А как с натоптышами обстоят дела? Отлично. Сбривай. Драчевым напильником. Когда другого занятия нету, да? Принимайся за пятки. Пока набиваются. Можно вашу руку с часами посмотреть? Да, пожалуйста. Часы закончились. А у вас стрелки идут? Нет, это нарисованные. Приваренные. Аргоном. Кислотой. Давай, бери. Алексей, а если ваши ноги будут в ютубе? Отлично. Аккуратней с ногами. Ноги не выдерживают. Тело может не выдержать. И ноги. Нижние перегрузки пойдут. Отторжение. Конечностей. Да, Сереж, может, мои что там побрызгаем? Понимаешь, что там дом целый. Дом? Кто тебя пустит в дом? Да ты сумасшедший. Тебя в кедах не пустят дом. Таких кедов не пускают, да. За 300 метров до дома разутся. И ползком. Там, ползком через цепи. Там ограждение стоит. Через колючку. Шнурочки выскочили. Ой. Вот делали, да? Да вообще, на века. Сколько им лет? 60. Да какой? Это еще, которое Nike создавало. Ты знаешь, почему логотип Nike? Знаю. А чего? Ну, мимо ворона пролетала, сиранула. Нет. Это женщина зашила ребенку штанишки в виде такой фигни. Ага. Этот логотип как бы пошел за этим. Уже заплатка такого да, заплатку была. Именно ниточками. Тын-тын-тын-тын. Видать, шить не умела. А Adidas вообще пошел. Сильно большая заплатка была. Просто ее уменьшили потом. Вот на 15. Голова. Фирма. Да без фирмы. Как? Фирма есть еще. Хайнц. Да. Конечно. Это этот кетчуп. Хайнц.
Так. 15 миллиметров. Поехали. Сейчас, ну, надо шпателем. Шпатель, я спрашиваю, а, ты молчишь. Хорошо, все, молчу. Есть, есть. Резиновый. Да, резиновый. Есть. Давай мы тебя подготовим, да. Все готово. Ну, вот все. На пороге. Не беси меня. Какие-то бешеные псы, блядь. На огород у тебя огурец вставляешь, вообще помогает. Просто семенит.